Отче, уста мене клайся. И так ныне говорит Господь, народ мой открыл небо над тобою, говорит Господь, дабы излить потоки благословения, кременштабы де глайся, дабы излить дух благодати, наполнить сердце твое, кременштабы де глайся, чтобы ты возрадовался, возликовал пред лицем моим и не ходил в унынии, ибо я, Бог твой, кременштабы де глайся, возлюбивший тебя, кременштабы де глайся, поддерживающий тебя, кременштабы классе, возрождающий, говорит Господь, кременштабы классе, возрождающий, близкое к разрушению, говорит Господь, кременштабы, поливающий увядшие, кременштабы классе, и я способен и силен оросить пустыню, что война расцвела и зацвела, говорит Господь, кременштабы классе, а посему, народ мой, вникай более в истину мою, более углубляйся в слово мое, кременштабы классе, исследуй Писание, исследуй внимательно, народ мой, и будь особо внимателен к слышанию слов моих, кременштабы, дабы слово мое живое и действенное достигло глубины сердца твоего, кременштабы де классе, да оно возродило тебя, говорит Господь, кременштабы классе, дабы огонь Духа Святого наполнил внутренность твою, народ мой, чтобы ты поднял руки веры к Богу твоему и взор твой к небу, откуда приходит помощь тебе, народ мой, кременштабы классе, чтобы ты не боялся долины смертной тени, кременштабы, но смело шел, уповая на Бога твоего, который поддерживает тебя, не ставил и не оставляет тебя, кременштабы классе, ибо я Бог, возлюбивший наследие свое, я возлюбил народ свой, говорит Господь, и желаю укрепить, желаю обогатить наследие свое богатствами неба, говорит Господь, чтобы ты был богат духовно, говорит Господь, чтобы ты имел духовное разумение, говорит Господь, чтобы не просто были знания, но познание Бога твоего, кременштабы классе, а посему исследуй, более углубляйся, говорит Господь, кременштабы, исследуй Писание, исследуй обетования мои, ибо они да, и аминь, все они предназначены для тебя, для укрепления твоего, для ободрения, для радости в жизни твоей, народ мой, что есть цель жизни твоей, есть надежда, которая не постыжает, говорит Господь, кременштабы классе, чтобы ты видел огонь, впереди свет, народ мой, кременштабы классе, чтобы ты видел, куда ты идешь и кому и кем ты, Вадим, говорит Господь, для того и послан тебе Дух Святой, который руководит и влечет тебя, который поддерживает и наставляет, и научает тебя, кременштабы классе, народ мой, более и более доверяйся, кременштабы, не останавливайся на этом пути, говорит Господь, и не бойся, ибо я Бог твой, кременштабы классе, я не дал тебе духа, кременштабы боязни, но духа силы, мира, любви и целомудрия, говорит Господь, и любовь Божья излила сердце твое Духом Святым, кременштабы классе. А посему, говорит Господь, более и более достигай любви. Люби, говорит Господь, и увидишь, как расцветет все вокруг, как изменится твое мышление, как изменится жизнь твоя, когда ты будешь любить и прощать, говорит Господь, когда ты будешь благословлять, говорит Господь, когда сердце твое, оно будет свободным, говорит Господь, и будет сеяться плод правды в сердце твое, зерно отборное, которое произрастет и принесет плод в свое время, говорит Господь, кременштабы де глазе, ибо по времени, кременштабы де глазе, должны быть плоды, народ мой, кременштабы, чтобы не шумело это листва, не создавало только шум, говорит Господь, но чтобы красовались плоды, пребывающие в жизнь вечную, кременштабы, а посему и вразумляет тебя Господь, и трудится Дух Святой в сердце твоем, говорит Господь, и влечет тебя к источнику жизни, чтобы ты питался и питался более и более небесной пищей, говорит Господь, хлебом небесным, чтобы ты пил воду живую из источника жизни, ибо много источников сегодня, кременштабы класс, отравлены смутной водой, кременштабы, и сия похлебка мира, народ мой, кременштабы, а посему не люби мира, не того, что в мире, но возлюби Бога твоего всем сердцем твоим, возлюби истину мою, говорит Господь, кременштабы, возлюби
взревной о Духе Святом и силе моей, ибо я есть действующий Бог, и желаю действовать в народе своем, желаю совершать великие и чудные дела Твои, укрепить Тебя, говорит Господь, более и более наполнить Тебя силой Духа Святого, кремнштамной классы, чтобы ты шел и не унывал, чтобы ты шел и не оглядывался, Кременштамм, чтобы происходящее оно не пугало тебя и не устрашало, и чтобы ты знал, Кременштамм, что всему-всему надлежит быть, говорит Господь, и будет еще более и более. Суды мои будут совершаться, народ мой, Кременштамм, классе, а ты, народ мой, Кременштамм, классе, идешь путем узким, ведущим в жизнь вечную, в обители радости, Кременштамм, классы, каждый шаг приближает тебя к встрече с Богом твоим, народ мой, всему радуйся, благодари за все, прославляй Бога твоего, не унывай, не давай места лукавому, Кременштамне, который направляет все стрелы ада на церковь мою, Кременштамне, но я, создающий церковь мою и врата ада, не одолеют ее, доверься этому, народ мой, Кременштамне, классы, пусть не дрожат твои колени, не опускаются руки веры, говорит Господь, но более и более, молись, говорит Господь, более и более гори огнем любви, огнем мира и прощения, говорит Господь, выше и выше, поднимай знамя любви, иди стройно, Кременштамне, классе, как полки со знаменами, Кременштамне, приготовляй внутренность свою, приготовляй душу свою, говорит Господь, очищай, убирай одежды свои в крови Иисуса, говорит Господь, Кременштамне, классе, не бойся Голгофы, но полюби это место, где ждет тебя освобождение, свобода, Кременштамне, где ждет тебя радость, говорит Господь, Кременштамне, почаще склоняйся у креста моего, Кременштамне, классе, не носи эти камни, эту тяжесть, говорит Господь, которые не дают тебя подняться выше в гору, Кременштамне, классе, а я желаю поднять народ свой на ступень выше, Кременштамне, чтобы ты, народ, не вниз скатывался, поднимался вверх, Кременштамне, классе, ибо там цель твоя, Кременштамне, классе, там обители приготовленные, говорит Господь, а посему народ мой, более и более полюби друг друга, сплотись, чтобы быть в едином духе в союзе мира, не суди и не осуждай, говорит Господь, Кременштамне, классе, но взирай на того, кто обрел тебе свободу, кто умер за тебя, пролив кровь свою святую, продвигайся более вперед и вперед, говорит Господь, достигая совершенства, говорит Господь, чтобы тебе возрасти во спасение и не быть на одном месте, Кременштамне, не быть младенцем, говорит Господь, но достичь полного возраста Христа, говорит Господь, народ мой, ибо есть цель в жизни твоей, Кременштамне, классе, есть, говорит Господь, свет пути, Кременштамне, есть путеводитель, народ мой, доверься более и более, Кременштамне, классе, и не ропщи, говорит Господь, не проявляй недовольства, не иди в ногу с миром всем, не говори, как говорит этот мир, но говори, как говорит Слово Божие, говори к созиданию, к назиданию, говорит Господь, говори к радости, ко спасению, Кременштамне, классе, будешь радоваться, и вокруг тебя будут радоваться, и будет свет гореть в сердце твоем, Кременштамне, и будешь светом миру, и будешь солью земли сей, и будешь совершать труд мой, который я определил, говорит Господь, но более и более доверься мне, Кременштамне, классе, более доверься Духу Святому, Кременштамне, классе, который так желает поддержать тебя, так желает научить тебя, народ мой, направляй ухо твое более к слышанию, Кременштамне, классе, и став перст твой на уста свои, чтобы тебе не говорить, не пустословить, не проводить праздно время, ибо время драгоценное, улетающее, говорит Господь, и не всегда так будет. Ты знаешь, что придут времена тяжкие, неудобно носить, Кременштамне, классе, придут времена грозные, Кременштамне, классе, народ мой, дабы ты был приготовлен, дабы ты устоял и не поколебался в тех скорбях, которые ожидают наследие мое, Кременштамне, классе, великие испытания, великая переплавка, все это пройдет, церковь моя, Кременштамне, с поддержкой Духа Святого, Кременштамне, классе, народ мой, а посему не бойся и не ужасайся, но поднимай зубы,
взор твой к небу, вознести молитвы, наполняй чаши кременштавны, более и более стучи о домашних своих, о детях, о потомстве твоем, народ мой, чтобы враг не поглотил, чтобы лукавый не похитил, говорит Господь, стой в проломе, народ мой, не пренебрегай молитвой, но более возгорайся пламенем духа молитвы, говорит Господь, кременштабы де глазе, ибо как направлено ухо мое к слышанию молитвы народа моего, Грименштамне классе, ибо я желаю отвечать, говорит Господь, чтобы ты возрадовался, чтобы ты воспрянул, народ мой, Грименштамне классе, и уразумел, что я вчера, сегодня и вовеки тот же Бог, Грименштамне классе, который пришел взыскать и спасти погибшие, рука моя не сократилась, и Дух Святой мой не умолился, народ мой, верь этому и доверяйся, ибо вера, она способна поднять тебя над суетой, над проблемами земными, говорит Господь. Разве не знает Бог твой, в чем ты имеешь нужду? Разве не знает Бог твой твою слабинку, кременштамне классе? И то, кременштамне, что ты можешь и чего ты не можешь, кременштаб де глазе, но сила моя в немощи, народ мой. Не смотри, что ты слаб, но я силен, говорит Господь. Я всесильный, всемогущий Бог и способен наполнить каждого силой в нужное время, а посему не унывай, но более доверяйся, прославляй Бога твою, радуйся пред лицем моим и слав имя мое, говорит Господь, кременштамне, и ибо в славословии живет Господь, кременштаб де глазе, и сила моя наполнит тебя, и благодать моя изольется, говорит Господь, кременштаб де глазе, и ты увидишь великие изменения, как в сердце твоем, так и в жизни твоей, народ мой. Но стремись, кременштаб де, стучи, потрясай небо, ищи, найдешь, говорит Господь, и стучи более громким стуком, и откроют тебе, народ мой, кременштаб де глазе, ибо я не сокрылся от тебя, народ мой, я рядом, я близко к каждому, кременштамне классе, воззови ко мне с верой, воззови ко мне с надеждой, и я услышу, и я отвечу тебе, говорит Господь, кременштамне, дабы радость неба наполнила сердце твое, дабы враг не сеял сомнения и уныние в сердце твое, говорит Господь, но более доверься Духу Святому, более доверься обетованиям моим, и будешь проходить в радости, и будешь славословить Бога твоего, кременштамне классе, и будешь, кременштамне, истинно народом Божьим. Аминь.